карту этой встречи. Свисток прозвучал. Очередной угловой от МТИ. Подача на дальнюю штангу. Прямо перевел на фланг. Оттуда идет подача. На линию штрафной. Есть дальний удар. Будет ли добивание? Неуверенно. Играл в воротах Максим Павлов. Все-таки Максим Павлов справился. Как же здесь оставили Владислава Гладких, позволили пробить, просто наблюдали за тем, как врывается штрафник. Удар по вороту. Команду от очередной неприятности. Бэтаун получает обратную передачу. И все, первый тайм завершен. При счете придется повторить. Команда МФТИ в желтой черной форме. А конкретно от атакующих действий пока не зарекался. Но вот дальше. Хорошая подача и удар по воротам. Еще одна подача прямо в штрафную, и там дали мяч. А вот еще один опасный момент. Свингует сейчас соперника. Хороший отбор Морозов. Морозов пытается сделать передачу влево. Получается у него. И тут нужно бить, несмотря на то, что вот он... первая замена у МФТИ. Берн в очередной раз подает. Как он оказывается соперник. Да, вот сейчас висел буквально на нем. Хранит в центре. Передача направо. Здесь Гладких. Подает на дальнюю штангу, удар по воротам и парирует этот мяч Филимонов. Сейчас футболисты игру. Нет, похоже, что игра продолжается. Давайте посмотрим. И матч в сезоне эти команды именно в ранге аутсайдеров. Хорошая передача прямо на Гладких. Кайф штрафную, несколько обыгрышей, прострел и удар по воротам. Давайте повтор посмотрим. По-моему, все-таки защитник первый оказался. Нет! Дача, удар по воротам. Попробовать еще раз подать. Удар по воротам. И где мяч? В руках средний угловой матч. И вообще последнее, что здесь должно произойти. Подача в штрафную. Будет ли удар? Нужно бить уже. Но идет передача и прострел. Где мяч? Все. Владимир Копаев дает финальный свисток. И эта встреча завершается со счетом 0-0. Ни одного гола мы с вами не увидели, но целых два результативных балла улетело в копилки разных команд. Один балл у него, один балл у МФТИ.